Сегодня президент дал поручение организовать в каждом городе места для продажи работ народных умельцев и художников. Сейчас все это продается только на праздничных ярмарках. Помните комиссионные магазины, да, когда люди сдавали на комиссию, вот, выставлялись эти изделия, и процент имеет от реализации там, сам комиссионный, грубо говоря, магазин, вот, и все. И хорошо тем, кто изготавливает, хорошо тем, кто реализует. При этом цена устанавливается изготовителем. Человек получает деньги на руки и довольный. При этом выставка работает всегда. В Приднестровье много талантливых людей, которые создают картины, произведения из глины и дерева, игрушки, национальную вышивку, сувениры. Все это любят покупать туристы. Но продавать художественные изделия мастерам сейчас негде. Нет сейчас художественного салона, и людям, занимающимся творчеством, им некуда сбывать свои изделия. Ну, допустим, в интернете кто-то может увидеть какую-то понравившуюся вещь, если мастер выложил свои изделия, и поинтересоваться, допустим, можно ли приобрести данное изделие. Вот. Ну, а так, в принципе, сбытов, собственно, нет. Вадим Красносельский предложил вернуться к опыту художественных салонов и комиссионок после поездки на День города в Григориополь. Президент сказал, что его впечатлили работы народных умельцев и что он сам с большим удовольствием заходил бы в такой магазинчик, чтобы порадовать своих близких сувенирами.